Не знаешь, как засветиться в евразийской группе? Очень просто. Ты можешь поучаствовать в челлендже. Продать все бабушкины заготовки. Получить травму на тренинге по технике безопасности. Позвать на корпоратив Мадонну. Подружиться с сотрудниками Compliance. Скачать приложение Smart ERG. Победить в евразийских играх. Стать ближе к начальству. А можешь просто собрать талантливых коллег и поучаствовать в корпоративном КРМ.